Итак, друзья, привет. Вот у вас есть приложение Сбербанк, и сейчас мы в него зайдем. Вот смотрите, мы зашли в Сбербанк, и вы хотите, чтобы у вас работала система быстрых платежей. Вы начинаете искать, где же она находится. Можно зайти вот в платежи, например. И здесь, смотрите, так как у меня эта система подключена, вот в других сервисах, мы можем найти систему быстрых платежей. Здесь, введя номер получателя, я могу перевести. А, например, у вас не подключено, да? Что вам делать? Куда идти? Куда бежать? Ну так вот, вы заходите в свой профиль на свою фотографию. Дальше вы заходите в настройки. Листаете, листаете вниз, 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 вниз. И находите соглашение и договоры. Вот как Сбербанк далеко запрятал наш сервис. А здесь тоже листаете вниз, вниз, и тут будет система быстрых платежей. И что же, смотрите, вот у меня есть возможность отключить, отключить, а здесь у вас будет наоборот, включить систему быстрых платежей. И отметите, вам возможность есть принимать переводы, да, например, и отправлять тоже. Ну, вот так вот Сбербанк запрятал эту систему далеко, в непонятный пункт. Зачем, почему, непонятно. Видимо, потому что она бесплатная, из-за этого так далеко ее и положили. Включив здесь все, вы сможете переводить деньги и получать. Всего вам наилучшего, пока и всего хорошего. Увидимся в интернете.